Я приветствую каждого зрителя Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Мой гость сегодня Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Руслан, добрый день. Да, здравствуйте, Дина. Руслан, Евгений Пригожин обратился к своим бойцам из заявлений. Сейчас то, что происходит на фронте, позор, в котором нам не нужно участвовать, и надо дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Мы будем находиться в Беларуси какое-то время, за это время мы сделаем, я уверен, белорусскую армию второй армией в мире, а если будет нужно, вступимся за них, если это потребуется. Еще он из его заявлений, я всех хочу попросить максимально обратить внимание на то, что белорусы встретили нас не только как героев, но как братьев. Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Еще с его заявлений, которые я выделила, готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку, и, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя. Также к бойцам обратился Дмитрий Уткин, главный командир ЧВК «Вагнер». Бойцы, как показывают, да, на видео, встретили его овациями. Руслан, на что обратили внимание вы с высказываний Пригожина? На кого оно было направлено? На бойцов, на власть Беларуси, либо на самого Путина? Оно направлено на общественное мнение российское прежде всего, потому что Пригожин и вообще эта группа «Вагнер» и люди, стоящие за ними, чувствуют себя сегодня новой башней Кремля. Ведь несмотря на неуспех мятежа, мы не можем сказать, что он разгромлен. Он на самом деле продолжается информационно-политически в России, потому что сохраняется большая группа пассионариев, недовольных действиями Кремля, которая в любой момент готова снова поднять флаг мятежа под криками предательства, воры, не буду говорить второго, третьего слова, самого любимого в риторике Пригожина, скажем так, люди нетрадиционной политической ориентации, они губят Россию. И поэтому это обращение Пригожина, оно говорит, что мы сохранились, мы стоим дальше на своих позициях, и мы вернемся. Ждите, мы вернемся обязательно. Мы вернемся в российскую политику, в российскую силовую сферу. Мы герои, и вы герои, обращаясь к сотрудникам. Вот о чем идет речь. Примечательная действительно фраза о второй... Ну, там было, я не могу ее цитировать, мы не сможем в Ютубе цитировать. Там был вопрос бойца, будем ли мы бить от людей нетрадиционной политической взглядов. Он сказал, да, обязательно будем, мы вернемся, мы еще раз многих накажем, и мы будем наказывать всюду. То есть такое в конце как бы видео. Это примечательно. Примечательно то, что действительно Пригожин всерьез собирается заняться, похоже, белорусской армией. И боеспособность этой армии за счет пригожинцев в ближайшее время, в ближайшие полгода, год может существенно усилиться, существенно увеличиться, это мы должны понимать. Ну и мы видим геополитически Пригожин и его группа надеются дальше работать за границей. Уже через Беларусь, и неожиданно для всех вы увидите, что Беларусь получает инструмент геополитического влияния через пригожинцев. Но через Беларусь вагнеровцы собираются и дальше работать, но их работа уже, она будет не столь находиться в русле российского государства современного, иногда даже может вступать с ним в конфликты в будущем, а больше будет находиться в русле, наверное, белорусско-китайских интересов, ну и тут будут очень интересные изменения по Африке, я тоже думаю. А зачем Пригожину Беларусь? Там он может набрать больше бойцов? Либо это какой-то вот такой политический ход? Это очень важная для него платформа, локация, по большому счету, которая одновременно позволяет моментально в случае необходимости оказаться в России, границ даже еще нет, ничего нет. То есть, условно говоря, 2 часа, и ты в России. Там 5 часов, и ты максимум, меньше даже, ты в Москве. То есть это ближайшее подбрюшье России. И, соответственно, находясь так близко от России, ты продолжаешь оставаться инструментом влияния и какой-то игроком внутри российской системы. Во-вторых, это сделало Пригожина ближе к Западу, к Западной Европе. Это позволяет пригожинцам играть свою роль и в отношении европейской безопасности. Ведь одним из направлений действия Пригожина называют западную границу Беларуси,
польско-белорусскую границу. Некоторые российские сенаторы вообще говорят, что там пригожинцы едва ли не Валуйский коридор в Калининград собираются пробивать. Но вот напряжение на белорусско-польской границе, белорусско-балтийской границе будет усиливаться в этой части. Ну и Беларусь остается, условно говоря, такой квази-независимой, даже не то, что независимой, суверенной по своему территории, которая балансирует между Москвой и Пекином, что оставляет Пригожину и поле для геополитического маневра. Возможность в любой момент выброситься из Беларуси десантом на какую-то другую территорию и сыграть в другие интересы. Поэтому для пригожинцев на самом деле это самая уникальная локация, которая позволяет им оперировать как минимум на трех направлениях одновременно. Руслан, сегодня прочла интервью. Знаете, понимаете, есть другой для меня один вопрос. Не станет ли Пригожин такой же проблемой для Лукашенко еще больше, чем он стал для Путина? Потому что мы же понимаем, что в Беларуси сейчас будет происходить смена элит, и Лукашенко рассчитывает, что новым руководителем Беларуси станет Виктор Лукашенко, его старший сын. На него делаются все ставки. Но Пригожин может эти карты переиграть, и очень легко. Не станет ли через какое-то время Пригожин не только кремлевской башней, но и белорусским лидером? Время покажет. А Лукашенко это понимает? Он опасается этого? Он предпринимает какие-то действия? Либо вот у него руки завязаны? Я думаю, что Лукашенко может находиться в том же состоянии сознания, в котором находился раньше Путин. Он не верит, что с ним это может случиться. Он так долго руководит этим государством, так щепетильно выстраивал его систему, что может не верить в то, что в любой момент эта ситуация может поменяться. Сегодня прошло интервью главы британской службы внешней разведки Ричарда Мура, МИ-6, и он говорит о том, что Путин пошел на сделку с вагнеровцами, чтобы удержать власть. Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси. Вы можете согласиться вот с подобным мнением, либо вот оно какое-то другое, исходя вот уже прошло какой-то определенный период времени, да, и уже можно сделать какие-то выводы. Что это было? Какое это было? Я думаю, что это преувеличенная позиция с целью ведения информационной войны. То есть логика абсолютно понятна. Все же я думаю, что мятеж Пригожина критической угрозы для режима Путина не составлял. Проблемы мог создать, но критической не составлял из-за того, что прежде всего этот мятеж не был очень популярен. Пригожинцы, вагнеровцы популярны. А сам мятеж был непопулярен внутри России, на социальную поддержку не стоило рассчитывать. Поэтому я думаю, что представитель МИ-6 говорит о том, что российский режим слаб, и он прав в этой части. Но эта общая слабость касается не только Пригожина, а многих процессов. Руслан, почему Пригожина не убьют? Потому что, понимаете, Россия уже войной в Украине, она воспитала дракона, вот эту пассионарную часть общества. И если убить одного Пригожина, там сразу же вырастет три головы, убить три головы, вырастет шесть голов. Пассионарная часть общества, те люди, которые воюют против Украины, проливают кровь, волонтерят, они сегодня выступают драйверами очень многих военно-политических процессов в России. И убийство Пригожина бы означало бы очень серьезную, возможно, дестабилизацию внутриполитической России, когда вот этот хрупкий контракт между Кремлем и пассионариями, контракт, который Путин пытается поддерживать встречами с военкорами, с военными, даже ЧВК Вагнера встречался, 35 человек собрал командиров. Это означает, что даже не командир батальона, это командир и рот, понимаете, собрал ЧВК Вагнера для того, чтобы с ним поговорить. Этот хрупкий контракт будет моментально разрушен с очень тяжелыми последствиями для России. Путин и его команда просто не решаются на это. Не решилась и команда Путина, и сам Путин поехать на БРИКС в ЮАР. Россия объявит войну ЮАР, если Путин арестует на саммите БРИКС. В ЮАР есть очевидные проблемы с выполнением просьбы об аресте и выдаче Путина. Россия ясно дала понять, что арест ее президента будет объявлением войны. Об этом сказал президент ЮАР на слушании в высоком суде. Руслан, именно поэтому Путин не едет на БРИКС? Это главная причина? Да, безусловно. Дело в том, что ЮАР не может ему гарантировать безопасность. Путин не может с собой в дорогу взять
не знаю, дивизию ВДВ или даже флот, понимаете? А даже приехав с серьезной охраной, он не может гарантировать себе безопасность на территории страны, которая А признает юрисдикцию Международного уголовного трибунала, Б находится под серьезным влиянием западных не партнеров России, а С страны, в которой общественное мнение антироссийское. Социология показывает, что большинство жителей ЮАР поддерживают как раз не Россию в этой ситуации. Поэтому ему абсолютные гарантии безопасности дать не может, и Путин не хочет рисковать. И да, для России это крайне неприятная ситуация. Это первое реальное негативное для репутации последствия ордера Международного уголовного трибунала. Очень серьезная пощечина, я бы сказал бы, российскому руководству. И я думаю, что российское руководство еще прислушалось к просьбам других партнеров по БРИКС, которые просили не превращать саммит БРИКС в битву, в конфликт, которому не превращать эту ситуацию в инструмент раскола внутри стран БРИКС. Хотя я думаю, что на будущее любые форумы БРИКС, наверное, уже будут приниматься, организовываться с учетом фактора Путина. Они вряд ли будут проходить в странах, которые признают юрисдикцию Международного уголовного трибунала, а сами отношения между Россией и ЮАР могут существенно ухудшиться, ведь руководство ЮАР ясно и публично давало понять, что они не желают видеть Путина. Ну а, Руслан, 27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится саммит «Россия-Африка». И говорят, что Путин все держит на своем контроле, дабы вот показать, что он еще влиятельный, он на прямой связи с Африкой. А чего ожидать вот от этого саммита? Это вот будет обсуждаться то, что там не обсудится, либо не планируется обсудиться на БРИКСе? В какой-то мере это традиционный саммит России и Африка, он организовывается регулярно, но я думаю, в силу нарастания вот этой токсичности или, правильнее сказать, даже противоречия между западным миром и Россией, то уровень представительства на этом саммите может быть несколько ниже. Тем более ситуация в ЮАР тоже будет подстегивать лидеров африканских государств другим действиям. Но надо понимать, что, во-первых, Россия в военном плане через тех же самых вагнеровцев существенно присутствует в Африке. Во-вторых, главным партнером Африки является Китай. В-третьих, в большинстве стран Африки наблюдается доминирующая симпатия в отношении России из-за прошлого Советского Союза и антиколониальной политики, которую в свое время Советский Союз придерживался в Африке. Поэтому ситуация в ЮАР, она нестандартна для Африки. ЮАР все же это одна из наиболее развитых, если не самая развитая страна Африки, с очень серьезным западным либеральным влиянием. Остальная Африка, она немножечко другая, поэтому, думаю, форум состоится, но вряд ли от него стоит ожидать каких-то прорывных движений, каких-то политических серьезных соглашений. Нет, это дежурный форум «Россия-Африка», на котором Россия пытается поддерживать свой уровень присутствия в Африке. Хотя мы должны понимать, что продолжение войны в Украине чревато тем, что Россия может быть, перешагнуть порог распространения разного рода опасных технологий. И вот Индию, Иран, некоторые другие страны, Россия поддерживает с ними сотрудничество тем, что она обещает, что будет готова передавать им все самые современные технологии, которые она владеет, там, начиная от военных технологий, заканчивая технологиями добычи полезных ископаемых или даже ядерными технологиями. Это остается очень привлекательным таким инструментом со стороны России. Кстати, на саммит отказались уже приезжать многие лидеры большинства стран. Вот проводят параллели, когда был в Санкт-Петербурге саммит Международный экономический форум, да, вот, который проводила Россия. Вот, в принципе, говорят, что ситуация будет похожа, что вот Россию изолируют от всего мира. Руслан, а если вернуться еще вот к МКС, Международного уголовного суда, да, на украинском говорю, говорят, что вроде Лукашенко также хотят привлечь к ответственности. Мы увидим его в Гааге, либо это вот всего лишь заявление, и даже если они выдадут, то Лукашенко также будет опасаться выезжать за границы Беларуси. Ну, ордер я не исключаю, вполне вероятный сценарий. Увидим ли мы это в Гааге? Его в Гааге. Понимаете, это вопрос сложный, он не просчитывается сейчас с точки зрения политического анализа. А во-вторых, а что это даст? Вот увидели мы когда-то Слободана Милошевича в Гааге.
То есть жизни людей, сотен тысяч людей, которые были погублены этой войной, этим российским вторжением Украины, жизни миллионов людей, которые были разрушены, не вернуть уже этим. Поэтому, да, справедливость – это хорошо, безусловно, но мы должны думать не только всегда о прошлом, но должны думать и о настоящем. Поэтому, да, это может быть, но как бы, я сторонник реальной политики. Нам надо искать и механизмы, то есть нам надо защищаться и вести переговоры, искать механизмы и договоренности тоже. Руслан, 100% мы не вернем жизни тех людей, которые погибли на фронте, погибли впоследствии вторжения российского полномасштабного, и в принципе с 2014 года. А какое тогда должно быть наказание для Лукашенко, если это не суд? Ну, наказание политического характера. То есть, когда люди, для такого рода людей, потеря власти – самое большое наказание, конечно. Понимаете, вопрос, если ставить его на грань этики или права, то в ответ однозначный. Но человеческая история преисполнена, скажем так, событиями, при которых негодяи становились героями и наоборот. И это шло, и это просто идет колесо человеческой истории через это. Нам важно принимать решения, которые выгодны нам. Нам важно действовать так, как действует, мне кажется, Израиль, Турция, многие другие страны, которые ищут в любом решении, в любом геополитическом маневре свою выгоду. И если судьба одного человека будет стоять на кону с судьбой там, целого народа там, или поколения, то очень хорошо и рационально осмыслить всю эту ситуацию. Видимо, осмыслили ситуацию в Иране, потому что власти Ирана призвали Россию уважать территориальную целостность Украины. Они не признают аннексию России украинской территории, выступают за уважение территориальной целостности всех государств. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил глава иранского МИД. Это удар в спину России, либо это всего лишь заявление, которое ни к чему не приведут, поставка беспилотников, шахедов в Россию не прекратятся? Это риторика. Все страны в мире признают территориальную целостность, важность принципа суверенитета, территориальной целостности. Даже Россия постоянно говорит, что она привержена принципам территориальной целостности. Просто каждая страна, многие страны вкладывают разные понятия в этот принцип, мы должны понимать. Это риторика, в том числе связанная с тем, что и у Ирана есть территориальные проблемы. По многим направлениям у Ирана с Россией наблюдается конкуренция, начиная от торговли энергоносителями, потому что обе страны используют похожую схему, наполняют рынок серой, подсанкционной нефтью и энергоносителями, заканчивая вопросами экономической конкуренции на Каспии, ситуации даже в Сирии, там четыре острова где-то там на границе Ирана, там много есть малых конфликтов и трений. Иран и Россия не союзники, они партнеры. И в значительной мере они вынужденные партнеры, поскольку находятся по одну сторону санкций, но не по одну сторону политики, не по одну сторону геополитики. Также на этой пресс-конференции в Тегеране считают неприемлемым вмешательство Москвы. Вопросы территориальной целостности Ирана, они намекают на дипломатический скандал, как я понимаю, который разгорелся на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. И вот я смотрю, что в ответ МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, выразив тому протест. От российской стороны были получены разъяснения, но Тегеран не считает их достаточными. Как на это реагировать? Вы знаете, когда читаешь такие новости, складывается впечатление, что это такие враждебные государства. Нет, это перская российская дипломатия, она вот такая. Напомню вам, что Турция даже сбивала российские самолеты и наносила удары по российским военным частям, и наоборот, Россия бомбила турецкие войска. Как бы, мы должны понимать, что на Востоке, тем более на Ближнем Востоке, все это элементы дипломатии. В любой момент возможна эскалация, в любой момент возможен и договоренности. Дело в том, что чем больше будет усиливаться санкционное давление и изоляция от западного мира в отношении таких стран, как Россия и Иран, тем больше кризисов будет возникать и внутри них, и между ними,
особенно во временном измерении. Конечно, если они не достигнут перелома в боевых действиях, если они через войну не достигнут каких-то своих целей. И вот, собственно говоря, в продолжение темы санкций. Белый дом готовит санкции против Кыргызстана с целью прекращения поставок подсанкционных товаров России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Утверждает издание, что объем экспорта из Кыргызстана в Россию вырос в 2022 году на 250% по сравнению с предыдущим годом. Киргизские компании поставляют запрещенные товары, такие как электроника и другие товары, предположительно для российской оборонной промышленности. Как на это реагировать? И, в принципе, была информация также ранее, что и сами Штаты продолжают торговать с Россией. Ну, Россия сегодня для параллельного экспорта использует целый перечень стран. Для серого параллельного экспорта, для доступа к западным рынкам и технологий, и технологиям, в том числе и американским. Была оценка, что на 20 миллиардов долларов из США было поставлено разного рода комплектующих технологий в Россию за последний период. Киргизия одна из тех стран, которых подозревают в том, что она является серой транзитной зоной для этой незаконной или полузаконной торговли. Причем эта страна самая близкая России. Страна находится под огромным российским влиянием, если не под контролем, правильно не назвать. И поэтому такой самый ходовой путь, скажем так. Хотя и многие другие страны, причем большие, такие как Турция там, или Китай, играют похожую роль. Но это большие страны. Возможно, Киргизия будет избрана примером для наказания, для того, чтобы уменьшить российские возможности закупать необходимые им товары, комплектующие западные, комплектующие на внешних рынках, и станет сигналом для других стран, которые делают то же самое. Введение санкций против Киргизии весьма вероятный сценарий. Но, чтобы вы понимали, западные эмиссары постоянно прибывают и в Турцию, и в Казахстан, и многие, это то, что я знаю, например, и в Армению, и многие другие страны с целью оказать давление на правительство, чтобы они отказывались от торговли с Россией и ликвидировали все эти серые схемы. Смогут ли повлиять на Россию в формате, я имею в виду, зерновой сделки, какова дальше судьба? Вот, например, представитель ООН Стефан Дюжарик говорит о том, что существует ряд идей, как продолжить экспорт украинского, российского и российского зерна и удобрения на мировые рынки после выхода Москвы из зернового соглашения. У вас есть предположения, какие это могут быть идеи и как, если не вернуть Россию в зерновую сделку, это можно воплотить в реальность? Ну, самые простые и очевидные способы – это нарастить перевалку железнодорожным и автомобильным транспортом. Взять в аренду для Украины порты в Хорватии, в Балтии, в Польше, где угодно. Для этого необходима инвестиция, и США уже заявили о 250 миллионах долларов, которые будут выделены на эти цели. Инвестиции необходимы как раз в инфраструктуру. Но такой наш не может происходить быстро. Мы сейчас уже получаем новый урожай, который некуда будет девать, если не будет заработать зерновая сделка. Второй способ – нарастить малотоннажный сельскохозяйственный флот, который работает через дельту Дуная, через территорию Румынии и по украинским портам Крыни, Измаилу. Там небольшая осадка, которая не позволяет проводить большие очень суда. Но если запустить, тоже модернизировать инфраструктуру этих портов и добавить больше мощностей перевозки, то тоже потенциально большую часть зерна можно вывести из этих портов. Четвертый вариант – это каботажное плавание. Плавание вдоль берегов в рамках 30-мильной зоны береговой из Украины в Румынию и Болгарию и дальше. Это намного менее вероятный сценарий из-за того, что портовая инфраструктура, да и сами корабли в 30-мильной украинской зоне могут атаковаться российскими силами, могут минироваться эти экватории, могут создаваться какие-то провокации. Ну и пятый, самый нереалистичный сегодня сценарий – это сопровождение кораблям ВМС Турции или другими кораблями, или передача Украине флота какого-то нового военного. То есть, что означало бы войну просто в Черном море, скорее всего. Это маловероятный сценарий, но сценариев, видите, достаточно много.
Единственное, что меня беспокоит, что год мы к этому не готовились. У нас год работало зерновое соглашение. От 22 по 17 июля 22-23 годов. Но мы до сих пор такое вообще не готовы. Вот мы снова попадаем в удивительную ситуацию, что же делать. Этот год надо было как раз уделить подготовке к этому вопросу, тем более было очевидно, что зерновое соглашение не будет работать долго из-за того, что многие другие страны, начиная от США, заканчивая Индией, Россией, Казахстаном, Европой, уже год назад приняли решение об увеличении площадей своих посевных для того, чтобы занять украинскую нишу на международных рынках. Знаете, Руслан, просто когда вот появлялись подобные месседжи о том, что Россия может выйти из зерновой сделки, все говорили о том, что нет, этого не произойдет, потому что в этом заинтересованы все стороны. И Украина, и Россия, и ООН, и Турция. Ну, вот этот вариант, скорее всего... Я об этом не говорил, я говорил давно, что Россия собирается выйти из зерновой сделки. Прошу прощения, правда, видите? Да, КБ. Я постоянно говорил о том, что она работает очень... На последнем издыхании Россия собирается выйти из нее, из этой зерновой сделки, безусловно. Это не означает, что Россия не вернется в нее. И вероятность заключения нового зернового соглашения, она остается высокой все же. Но пока что мы видим ситуацию, когда украинские корабли с 28 июня не могут попасть в порты на самом деле и не могут заняться вывозом зерна. Более того, как минимум 12 иностранных судов сейчас блокированы в наших портах, и это тоже определенные риски и проблемы. То есть, как я понимаю, мир, ООН, не знаю, кто там, должны гарантировать России вот те пункты, там Россельхозбанк, Тольятти, Одесса, Мекопровод и другие вот эти хотелки России, так, а не только... Перефразирую классика, а сколько в ООН дивизий? Он не может ничего гарантировать. Он не вводил санкции в отношении России и не может их снять, соответственно. У ООН нет вооруженных сил, которые могли бы дать какие-то гарантии России, безопасности и всего остального. В ООН нет флота, в ООН нет своих страховых компаний, в ООН ничего нет. ООН может только обращаться к другим игрокам своими предложениями и играть роль посредника. В прошлом году ООН это удалось. Сейчас, на самом деле, все зависит от позиции Вашингтона, Лондона и Брюсселя в отношении того, пойдут ли они на какие-то договоренности с Россией или не пойдут. А от Турции что-то зависит? Потому что, вот, например, Bloomberg пишет, что Анкара боится рисковать, а потому сконцентрируется на возобновлении сделки при участии России. И мы знаем, что в грядущем будущем состоится встреча Эрдогана и Путина. От Турции зависит, но похоже на то, косвенные свидетельства говорят о том, в том числе мягкая реакция Турции на ситуацию, что, возможно, Россия с Турцией уже договорились. И место украинского зерна на турецком зерновом хайбе займет российское по очень хорошей, по украинской цене, по бросовой цене. То есть... От Турции зависит далеко не все, и складывается впечатление, что она сегодня недостаточно мотивирована для того, чтобы действительно продолжить работу зернового соглашения. Спасибо. Ну, слышали, пишут, что вроде, как бы уже ожидают, готовятся власти Турции непосредственно в Стамбуле к новому землетрясению. Наверное, у них другие темы и вопросы. Руслан, очень благодарна вам за то, что нашли время, присоединились. Прояснили. Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Друзья, вы посмотрели канал Политбюро. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Пишите комментарии, конечно же, пишите темы, вопросы, которые вы бы хотели услышать в обсуждении. Мы все видим, мы все читаем. Меня зовут Дина Бернацкая. До встречи.